Всем привет на моем канале. Сегодня у нас распаковка посылки из Сбермаркета. Вот такая посылочка пришла. Вот такой коробочек. Все упаковано, все запаковано. Итак, мы начнем. Здесь у нас еще не все распаковали, срезали. Итак, здесь мы можем наблюдать SSD-диск. Вот так вот он еще упакован. Вот такая пупырышка. Есть здесь гарантийный талон и так далее. Вот такой диск Kingston A400. На 480 гигабайтов обошелся 2500 рублями. У меня в ноутбуке два слота. Один NVMe диск M2 стоит, а второй будет вот такой вот обычный слот под обычный SSD диск 2,5 размера. Поэтому вот так вот диск, его характеристики. У меня один такой же стоял на 240, только AUX на 500. 3 года полет нормальный. Поэтому купил еще один дополнительный. Поэтому вот так вот. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи.